В общем, что сейчас будет происходить? Сейчас придет Дима к Милане. Не знаю, напряженная будет обстановка, не напряженная, потому что мы находимся в таком негативе к друг другу. Вот. Потом я еще простужена, не могу все никак выздороветь. Тоже из-за этого расстраиваюсь как-то. Сейчас Милана в одном сне, надо было с ней поспать. Ой, все, все мои мысли в перемешку. В общем, что хочу сказать. Вот есть же поговорка «наступила на одни и те же грабли». Вот почему это с нами происходит? Потому что мы не извлекаем уроки с первых ситуаций. И вот столько раз будем наступать на грабли, пока для себя что-то не поймем. Вот я, видимо, урок свой не получила в прошлый раз. Что, Дима приехал. Он сейчас с Миланой. Я решила прогуляться. Давно не была на улице. Хоть времени не буду зря терять. В общем, приезжал Дима, он уже уехал. Милана спит. Я вообще так раскалывается голова, мне сложно мысли собрать. Наверное, сейчас пойду отдохну. Потом выйду на связь. В общем, Дима уехал в Беларусь. На него сегодня поезд.